мы подъехали. Ну, мы фотографировали. Нет, это не оскорбление. Просто в Москве так почему-то это воспринимают. Я в Москве. Я в Москве свое А, подожди, я, кстати, не подумал. Девушка, конечно. Да. Мы продолжим? Ну, конечно, подожди. Но я как воспитанный человек, я хотел бы тебе тоже заплатить. А может повернуться? Там так нет. Просто так классно подходит человек общаться. То есть, может, я что-то хотел спросить, она такая рыскнула. Не, ну будьте добрее и открытие в новом году. Не знаю, чем вам пожелать, чтобы вы были более Москве. Не, мы постараемся. Кстати, тоже с севера. Почему? Акцент. Ну, есть тоже? Такое, да. Не, я не с севера, но у меня как в форме там есть. Понятно, но это все равно побывало, это не север. Ну, это все равно, ну ты оттуда отсюда. Здесь мои, вам не мешает, я просто шел мимо, решил вам что-нибудь купить, а руки такие не берут. Что случилось? В морозильнике, конечно. Я ни в коем случае не буду мешать супер-пупер елку, которую я открыл. Давайте вам хорошего дня вечером. Даже, кстати, вот под Новый год очень классно принято обниматься с людьми. Иногда нужно обнимать незнакомых парней. Кстати, безопасно. Ладно, девчонки, давайте, всего хорошего вам.